А теперь отправимся на экскурсию по самым традиционным рынкам Дубая, расположенным вдоль бухты Крик. Здесь все еще существует обычай торговаться. Когда вы будете делать покупку, не соглашайтесь сразу же на названную сумму. Это может быть невыгодно для вас, а кроме того, оскорбительно для продавца. Поэтому попробуйте предложить более низкую цену и торгуйтесь, пока не придете к согласию. Рекомендую начать с золотого рынка в Дёре, где многочисленные ювелирные магазины выставляют в витринах украшения любого рода, от классических до более оригинальных. Вас особенно заворожат изумительные украшения в восточном стиле. Местное правительство внимательно следит за торговлей золотом и осуществляет тщательный контроль над ней, чтобы воспрепятствовать обману и мошенничеству. Так что, если вы решили приобрести какую-нибудь драгоценность, можете быть уверены в подлинности того, что покупаете. Кроме того, возможно, вы заметите, что цена на золото в Дубае ниже, чем в других странах. Если вы пойдете далее, то вы окажетесь на рынке специй. Это ни с чем не сравнимые обонятельные ощущения. Базар выглядит очень живописно благодаря разнообразию красок и ароматам товаров, выставленных на продажу в больших мешках, которые располагают один на другом. Если вы желаете попробовать что-то по-настоящему уникальное, не упустите финики и сухофрукты. А если вы любите острое, то, безусловно, найдете подходящий именно вам сорт острого перца.